Абазинский театр представил премьеру по пьесе Микаэля Чикатуева «Когда отчизна в огне». Зрители посмотрели постановку как онлайн, так и на сцене Дома культуры аула Псыш. О чем театральная премьера, расскажет Альбина Курочинова-Кенжева. Пьеса «Когда отчизна в огне» написана Микаэлем Чикатуевым по роману Кали Джигутанова «Волшебная игла». Действие переносит нас во времена Великой Отечественной войны и передает жизнь абазинского села, к земле которого уже приблизились оккупанты. Жизнь селян перевернулась вверх дном. В пьесе отображается резкое разделение населения на сугубо положительных и отрицательных. Мы видим партизан, полицаев, медицинских работников. Отсюда название романа «Волшебная игла». Режиссер постановки Зураб Капсергенов разглядел в актрисе Белли Татаршау мужественного и отзывчивого врача Люцу, которая помогала раненым. Люца – это главный врач больницы сельской. Она помогает партизанам, прячет и лечит у себя больных военных, евреев, ну, тех, кто в то время, тех, кого нельзя было в то время прятать. И является связующим звеном между партизанами и военными. Ну, она играет, конечно, большую роль. Текст пьесы переработан Ларисой Шебзуховой, чтобы сблизить стиль и язык разноплановых авторов. В постановке продемонстрирован дух народа, который помогает справиться с врагом. Знаете, когда не то, что играешь на сцене, вот в конце, после спектакля, овации зрителей, эмоции, которые ты отдаешь во время спектакля, они вдвойне приходят в конце, во время их хлопков, во время их просто спасибо, да, после спектакля, которые говорят, они греют, они, знаете, дают энергию, чтобы еще и еще уже приходить для них на сцену и играть разные роли, пытаться вжиться в разные роли, чтобы зрители, наши зрители, почувствовали, что и в нашей республике есть действительно театр, и действительно есть это театральное искусство. И именно вера в победу стала ключевой и помогла выстоять народу и жителям маленького абазинского села. Актеры никого не оставили равнодушным. Зрители переживали и проживали вместе с актерами тяжелые времена военного времени и благодарят за блестящую игру. Спектакль, вы знаете, ну, тут молодежь, наверное, сидит. Мне бабушка рассказывала, как полицаи себя вели. Вы очень натурально сыграли. Спасибо вам большое всем за такой спектакль хороший о войне. И в то же время хороший конец. Все остались живы. Это замечательно. Как только будут сняты ограничения по коронавирусу, Абазинский театр планирует гастроли по республике. Альбина Курочинова-Кенжева, Анжела Джебекова, Ислам Урумов. Вести, Карачаево, Черкесия.